но об этом не интересно. Мы уже вчера об этом говорили. Ребята, давайте поговорим о мечтах. Кто о чем мечтает? Да, давайте, классно. Чё? Мечты? Вы чё, верите в это всё? Это ж бред какой-то. О, Макс, чё с глазом? С Человеком-пауком встретился. А мы тут о мечтах разговариваем. Ну ладно, давайте страшилки, но с мечтами. Я начну. Лиза, выключишь свет? Однажды на свет родилась очень уродливая девочка. Настолько, что ее родители сдали в детдом. Там над ней издевались, шутили. И у нее была мечта. Она мечтала стать красивой. И вот, когда она выросла, она пошла к пластическому хирургу. Но он сделал ее еще уродливей и страшнее. Недавно она пропала, но теперь изредка исчезают красивые дети. Чё за чушь? Ты чего? Это не чушь вообще-то. Итак, кто следующий? Можно я? А вы слышали, что недалеко от лагеря, в темном-темном лесу, живет ведьма? Она ловит потерявшихся в лесу детей и жрает их. А кости хранит в шкафу. А еще она обладает способностью исполнить мечту людей. Но никто не знает, как к ней попасть. А вы слышали историю про старика-лесника, который живет в земляном лесу? Когда-то его дочку сбила машина прямо на лесной дороге. С тех пор он ходит по всему лесу и ищет ее. Его заветная мечта — найти свою дочь. Ребята, вы что, с ума сошли? Вы серьезно в это верите? Это же просто пустой бред. Чушь какая-то. Нет, это все правда. Это было по-настоящему. Ребята, а вы слышали историю про сумасшедшего ученого? Это тот, который скрещивал животных и людей, и они мечтали вернуться в прежнее состояние. Дай сюда. А вы знали такую страшную историю? То, что вы все дураки. И ты, и ты, и ты. Этого не было по-настоящему и никогда не будет. Это просто пустой бред. Как вы можете верить в то, что не существует? Вы что, сумасшедшие? Все эти ваши истории и мечты – это просто какая-то дичь. Этого не может быть в реальной жизни. Понимаете? Не может быть. We'll be right back.
она тебя ждала, Максим. Что? Кто ты такая? Откуда ты знаешь, как меня зовут? Это те, кто хотели исполнить свою мечту. Какая у тебя мечта? Нет у меня никакой мечты! Мечта есть у каждого. И только твоя мечта поможет тебе вернуться обратно. Машина времени есть в каждом из нас. То, что переносит в прошлое, это воспоминания. А то, что уносит в будущее, мечты. Если что-то и стоит делать, так только то, что можно считать невозможным. Путешествие в твою мечту начинается сейчас. Беги отсюда! Беги! Беги! Да, я знала, что я красивая. Здравствуйте. Это ты был той ночью за рулем. Это ты был той ночью за рулем. Это ты был той ночью за рулем. Это был не он. Это был не он. Беги, быстрей. Доченька. Да, нашел это я. Нашел тебя. Доченька, я нашел тебя. Доченька, наконец-то, я нашел тебя, доченька, я нашел тебя! Один раз полет, твои глаза навечно будут устремлены в небо. Однажды там, в Луа, всю жизнь ты обречен тосковать о нем. Открой клетку. Открой клетку! Мам, знаешь, какая у меня мечта? Какая? Я хочу научиться летать, как птица. Спи, спи, мой хороший, спи. Только в мечтах свободны люди.
кто о чем мечтает. Чё? Мечты? Мечты. Классная тема. Давайте.